А вот юная карагандинка помогла сотрудникам полиции задержать воров. В знак благодарности стражи порядка наградили ее памятными подарками. Подробнее расскажет Нурила Туржан. Героем сегодняшнего дня для сотрудников полиции стала хрупкая 20-летняя карагандинка. Всему причиной послужил ее мужественный поступок. Накануне она едва не стала жертвой карманников. Кража произошла среди белого дня, прямо в общественном транспорте. В тот день она собиралась навестить своего дедушку. Однако ей тогда так и не удалось к нему приехать. Я пошла на остановку, и на тот момент я заметила людей, которые подозрительно выглядели. Когда я садилась в автобус, эти двое, толкаясь, начали заходить со мной. Тогда женщина встала впереди меня, а мужчина сзади. Потом эта женщина толкнула меня, мужчина за считанные секунды успел вытащить мой кошелек. По словам Инкар Рымбай, пропажу кошелька она заметила не сразу. Однако, когда пришло время платить за проезд, она обнаружила, что ее обокрали. Тогда в краже она стала подозревать тех людей, которые странно себя вели и толкались в автобусе. Затем девушка решила вернуться на ту остановку, откуда она села в общественный транспорт. И недалеко от места кражи она заметила подозреваемых и стала за ними следить. После, как поясняет девушка, она сразу же позвонила в полицию и сообщила им о преступлении. Однако сотрудники правоохранительных органов сказали, что приедут через несколько минут. И тогда хрупкая девушка решила действовать самостоятельно. Приняла меры по их задержанию. То есть попросила прохожего человека по имени Галам и провели первоначальное мероприятие, это нам облегчило в дальнейшем доказать их вину в ходе расследования дела. Сотрудники полиции в знак благодарности за храбрый поступок наградили девушку памятными подарками, а также подготовили для нее праздничный концерт. Нурила Туржан, Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый Карагандинский.